Матиас Мэна. А меня тоже скомандитель, Роман. Ты ж плечи Эрдру забрал сегодня, нет? По-моему, я не забирал ни хрена. Нет, сегодня Стервей забрал с ТТГ, если вы об этом. Ну, точно, точно. Там запы были. Запы, ну да, там мощные запы, смотри. А у вас на рогу падало что-нибудь? Нет. Единственное, что нормально, это запы на Эрдру и кастерские 4% крит урона. Я вот тоже в 2 сходил что-то, блядь. Прикольные штуки. Древко выкупало, вот. Кстати, захиливайте, короче, блядь. Чё там не принимают суммон 3 тела этих? Всем привет. Погнали. Привет. Я не знаю, у меня каждая КД падает ебаный кинжал 1-4. И в десятки, 25-ки. Это проклятый. А там же шанс большой, то что типа шпуха упадет. Ну, блядь, всё время хуйня падает. Сегодня она упадет, скорее всего. Там 100% шанс. Ну не 100, но типа там высокий, да. Там что-то другие должны пушки, ну тоже падать, правильно? Там боссы, что-нибудь такое. Ну а вот сколько там пушек вот разделить, типа, ну, я не знаю, ну процентов, наверное, 40, там 30 шанс, что упадет. Я вах. Высокий шанс. Я вон, ну. Им пришли, короче, в десятку в ТТГ во вторую. Ну, бля, клоуны чисто. 10 клоунов нахуй почистили трэш. Бьем босса, блядь. Процентов 10 босса снесли ему в 25-ке. Да? Лол. Идиоты. Хорош. Клоуны, блядь. А как вы убили, как вы до 10% довели интерес? Нет, слили 10%. А, 10 слили? Да. Колледж говорит, блядь, мы в 25-ке уходим отсюда. А мы еще сидим жалуемся, что такой трэш жирный, почему мы его слить не можем? Чистили весь трэш 25-ки, 5 человек все покажут. Ну эту бомжатскую эту каску бафнули на 8%. Бомж какой-то. Даже 3 паладина. Даже 4 паладина, охуеть. Спасибо. Ах, сейчас. В бою просто поле пауэр, хуёво. Бафы. Я вот паладином всегда поле пауэр багается в бою. Вот еще с циркулем, еще много. Я поэтому всегда держу, конечно, бафы и точечные, и массовые на панели. Просто чтобы в бою бафать. Бернули, тут же бафнуло. В бою также можно спокойно поле пауэра бафать. Просто нужно бафать. С поле пауэра можно, да. Просто надо в каждого нажимать. Ну хотя бы на один из классов человека. А у меня что-то бактендер начал багаться в бою. Типа... Там у фанисинг в бою, панель скрытая вылазит постоянно. У меня просто тотемы не нажимаются, нихуя. Я их поменять хочу, они не меняются. Короче, Луи, на мой взгляд, это аддон мечты. Ну, по крайней мере, мне очень зашел. Я очень долго не могла его себе поставить. В итоге поставила, привыкла. И вот у меня вот эти мы пришли в ЦЛК ХМ, у меня начались лаги. Я сейчас отключила его, у меня ничего не лагает. Ну, я не знаю, в ХМке, но в обычку я пришла, у меня ни одного лага, ни одного фриза. И он на Вейкауру с фронтом, все, поэтому он лучше. У меня и Вейкаура, и Луи. У него очень много фишек у него в совместимости с Вэшкой. Короче, я отключила. Сегодня я посмотрю, как в ХМке будет. Если я не буду лагать, значит дело все-таки в Луи. Очень жаль, мне очень зашел этот аддон. Ну, мне кажется, он очень много жрет. Потому что там очень да, много. Ну да, да, да. Я просто не думала, что у меня настолько слабый комп. Он не слабый, это оптимизация Сируса. Крутая. Ну, Никита же все тянет. У него там все опыт. Я привык просто. Ну, то, что ему РПГ, тут в основном что-то тут оперативка, в основном прям. Нужно быстро, чтобы обрабатывал, прогружалось для SSD-шник. Тут типа... Да нахуя он с HD-шек в старой древней игру? Здесь процессор решает на одно ядро, чтобы больше было процессоров у него, хорошо работало и все. Ну вот представь, у меня Xeon стоит. Это давно уже. Xeon пиздец какой мощный, типа вот, я еще разогнал. На одно ядро. На одно именно ядро только.
Это хуйня же, уши пузарит. Ему похуй. Ему похуй, сколько у тебя ядер будет, он только на одно ядро все делает нагрузку. Если у тебя одно ядро не вывозит все его процессы, то он тебя просто раком ставит. Ну, возможно. Вот. Да. Лиз, у тебя такой голос сексуальный. Если прям... Кстати, я думала, новенький кто-то базарит. Так я же говорю, Гир, дайте Гиру нахуй, вы не слушайте нихуя, ну вас нахуй. Блядь, я сегодня, кстати, так поражал с этой темой нерв-шп. И самое забавное, блядь, вот это вот то, что вы скинули скриншот. Чел упоминает конкретно нас про 5 ШП. Он аж уйди, типа, в итоге. Не знаю нихуя, и что самое забавное, чел с Энзо. Нет. Это война. Энзо. Энзо. Потому что они так и не почитала. Больше 2 ШП брать про этот жесть. Эти РЛ скинул там. Блять, идеально нахуй пить. Так, почему у меня тотемы багаются? Объясните мне. Дайте. Поставьте шкаф. Опять серии, наверное, поумирали, блядь. Ну, похуй. Скоро зандаларов по нерфу, все на эридаров, блядь, пересядут. Неудивительно. Скорее, гоблина. Ну да, или гоблина. Гоблина. Фелис, а где ты там отдыхаешь? Скажи мне. Пожалуйста. Флажки алкашки. Так, первая, вторая пати с левой стороны, со стороны танка. Первая пати бьет, вторая пати там ждет, пока кто-то умрет. Ну, потом подходит в мелитону. Ну, изначально начинаете все бить, как обычно. РДД со стороны креста. В шахматном порядке становитесь из хилов королева и мася. На левую сторону идете. Можно вопрос? Мне с палом жмели? Это Луксор спрашивает. Нет, ты в РДД зоне стоишь. Ну ты просто сказал первая, вторая пати, я во второй пати. Кто, Луксор это или кто? Ты в ДД идешь. Да. А-а-а. Окей. Если ты в демоне, то я что-то не увидел. Ну, давайте чему клубах. Те, кто там со второй пати, уходите куда-нибудь вон в ту сторону, куда крест тыкнул. Остальные рассасывайтесь. Так, можем парадки. Так. Миша, ты в районе креста, может, встанешь там потом как-то? Да, я встану, да, поеду, встану. Все, давайте еще на плумах прыгаем. Давай, что тут? 5, 4, 3, 2, 1. Заебись, вы встали, перегрузочка, это встань, блядь, раньше набери нормально. Геру? Нет, убьете меня на Геру, да. Вторая пати, как мы. И прыгайте там, блядь, кто в мили, в милизоне, постоянно прыгайте. Говорю, вторая пати, это что, ебать вас 3 мили, как бы хуя. Заебись вы, блядь. All right.
вагона, блядь. Я сам... Зачем ты? ФП еще каким-то макаром сдох. Как ты умер, блядь, в РДД-зоне, объясни мне, да? Поезда, аккуратно. Вышли случай. В РДД-луже. Чё минус? Хил. Замечательно. У нас минус 3 хила даже, по-моему. По-моему. Не надо в метро, ага. Особенно шипы. Слышно вообще? Да, да, слышно. Ну что, это вайп нахуй. Ну, блядь, что, сюда повайпаться пришли? Да идите нахуй, ну реально. Нахуя вот мне, типа, вот в этом первом рейде идти, блядь, сидеть тут вайпаться. Если вы, долбоёбы, не можете рейдж держать, нахуй, так я вам сейчас ГП поначисляю. Будете ходить, потом радоваться, блядь. Милики, блядь, что непонятного, нахуй? Первая пати бьет, блядь, вторая пати, блядь, вначале только бьет, потом отходит, нахуй, набирает рейндж. Чтоб вы не убивали друг друга. Что непонятного в этого словах было сказано? Кому-то что-то повторить два раза надо или что? М? Стоите в ебаном РНЖ и все. По возможности выходите с лужи, чтобы не получать вообще никакой дэмэдж. Ну не надо бежать в РДД-зону, если вы с мили-зон. А РДДшник в мили-зон. Чтоб не ебашить конфликт. Стоите, просто хилите, нахуй. Метки нихуя сносить не надо. Если на вас метка вешается, блядь, наносите ее в стену, нахуй, умираете там. Кстати, конфликтов сейчас вообще не было. Там микрофон... Бля, сейчас я постучу, я найду. Я остановил, блядь. Блядь, так варов нету, нахуй, еще. Сидят в локах, там и точно не будет, если не подсмотрится люди. Вообще не кемите. Ебал я в рот сидеть на вайпице. Потенциальный вар у нас уже готов. 113-й пока, но... Это кто, интересно, 113-й? А вот, интрижка. Секреты, да? Понимаю. Да, он сегодня в ТТГ уже ходил. Блядь, с НРТ только началось. Люксор, что там у тебя уже случилось? Дайте кассу по пристам. Человек, который бафает каски, их украсть. Не, бафнули только что. Луксор. Бегу, бегу, сорян, я отходил. Ну, срочно надо было. Ну да, в танка можно, можно в миликов. Приседай мне, СС. По мне. Да, чё ты поехали? Колпы, отойди от меня чуть-чуть. Ну рано, вот сейчас надо было отходить второй пати. Ладно, похуй. Уже через 5 секунд примерно. РДД. Не бить меня. Бабли, колдплей, бабли. Что ты мне за бабли?
Поезда отошли от лучей. Вышли быстрее. Лужерды, да. Танк сложился. Да нет, это ебаный козлячий цирк. Пиздово. А какая метка была? Нахуй. Нахуй такие хилы вообще надо и так далее. А в чем прикол? Я не понимаю, как я мог залутать конфликт? Тебя бэрнули это, слышь, Кирилл? Или что, я не понимаю. Как я мог конфликт залутать? Я сам встал. А, ну вот поэтому и конфликт был. Типа даже вставать ты без меня. Почему конфликт, блядь, если на мне зеленый дебаф? Потому что это на тебе не было дебафа, ты встал, появилась эта лужа, и я из-за этого залутал конфликт. Потому что у тебя не было дебафа. Потому что я никак не мог его залутать. Кроме тебя, у меня никого не было. Я когда к тебе подходил, на мне висел зеленый дебаф. Я стоял около стены, ждал, пока дебаф появится в рейнже от всех. Ну не знаю, я больше никак не мог, потому что я даже на рельсы не попал, но не вставал. Больше это физически невозможно было. Ну что, вспекай все хила, будет еще один хил. Пизду. Цирк какой-то, блядь. Ну, типа, это, блядь, не дело. Если вы, блядь, шестером уроните и танка, так, блядь, ну, дело-то не просто в шестером, там уж один кто хилил. Типа, я не знаю, между мной и Вайдом стоят куча миликов, которых вы к нам отправили. Ну, типа, вот я не знаю, 12 тысяч захилить хипалом, это, наверное, ну, просто где-то в углу стоял, да, там. Да, блядь, он не понимает, что происходит просто. Его задача хилить только танк, блядь. Блядь, вообще не понимает, он флипал, блядь. Пусть лучше луксор, блядь. Бабл не нажал, я блядь. Спекаюсь. Метку вынес. Это стандартная тактика. По этой тактике все бьют. Здесь ничего нового нет. Не все там метки сносят, некоторые, Кирилл. Да, хуйня ебаная. У кого-то ПС-а нету, и сносят. Так. А, нормально все. Фулплей. Заебись, массив. Кто это, блядь? Выйдите все, блядь. Еще одну хуйню такую выпулите, нахуй. Я пойду отдыхать, пизду вас. Сидеть тут вайпаться. Нельзя пол 100 гп. Ну уберите петов, уберите. Отзовите, хуй знает, сюда. Ой. Выйдите все, отлично. Ну он на тебя сагрился и побежал. Может ты близко подошел, он вроде агрится. Ну да, он когда... Это не она спойлила. Ну на нее сагрился. Потому что она уже захотала рейд. Потому что фото висели. А, ну тогда хз. А, ну да, может быть. А у кого-то показывает, нет, кто сагрил? Кто может посмотреть? Щука в мелизону пойдешь вместо Лексора. Там где-нибудь около креста. Не забывайте прыгать на ком фиолетовых дубах или же. Ничего, стоишь в то время, нахуй. И двигаешься, блядь. Чтобы стан не получить. Да. Кнопку пробела зажал и двигаешь. Не стоишь на месте. Давай, чё-то. Кто там на шамане в стиле? Ты Геру давай постоянно. О, а на воде зелёный, нихуя себе. Падать. Подошли все в мелизону, пан. Я бы сказал, почему такая хуйня, но промолчу. Еще один такой вайп, и все, я ухожу. Хватит мне. Щука, ты можешь нормально сразу встать в мелизону, нахуй? Ты зря на него, он рядом со мной был. А не, это не он, блядь. Это там какой-то тролль был, нахуй. Это не он. Сука. Я уже хуй посмотрю, блядь. Я думал, что это он.
Ну, на Луксоре был фиолетовый, если не ошибаюсь, сейчас вот видел. Мне казалось, его поставили... Я в миле, это он же, этот, Кирилл же и сказал, я в миле. Мне казалось, Луксора в рейндж поставили, кто не ошибаюсь. Ну, мне Луксора, ты что? Луксора в рейндж. Луксора, я тебя спекнул, Холипал. Я тебя спекнул, Холипал. Ты можешь послушать? Я тебя спекнул, Холипала, и сказал в РДД-зону. Не знаю, я услышал в миле. Ну, ладно, окей, может, я не услышал. Сорян. Давай еще. Аман, дай Геру. Вторая пати отходить. Уже 7 секунд. Уже сюда. Охуенно рейндж держит. Идеально просто. Все, ладно, короче, наверное, мне кажется, хватит. Пиздо. Долбоеб, блять. Выйдите с лужи, нахуй, не стойте АФК, выйдите тогда назад, нахуй, если вы, блядь, хуёво стоите, нахуй. Там же прорисовывается эта лужа. Или у вас мозгов не хватает на это? Метки вынесли. Позитроны уйди куда-нибудь в бок просто. Не в РДД только. Я ушел. Бах. Красава. Нужно в РДД. Ой, извини. Мне показывает Void 500 тысяч налутал конфликт. Сейчас лужа будет, потом поезда, лужа миль. Угу. Поезда хочу, блин. Поезда 10 секунд. Вой там налутал 700 тысяч конфликта, не так. Слушай, уходите, так нас еще добьем. Наковыряем.
На рейндж главное держите. Выйдется, выйдется. Ой, ну, блядь. Просто, блядь. Нет, ой, нету другого слова. Поезда. И лужи, да. Чего вы с этой лужи не выходите? Чего вы стоите, блядь? Ну отойдите назад, ёбаные вы РДД нахуй. Неужели вы такие фрики, блядь? Кстати, когда в стенку выносишь лужу, она исчезает. Уже не первый раз такое замечаю. Ты сдох просто. А вы видите её, мы? Нет, её нет, ты сдох, потому что... В миликах тоже сдох. Милики минус. Вот сейчас минус будет 500 под мину. Посвите война. Вот служа будет, служа, выходите там на ВСО. РДД, уф. 4 ляма. Война пропил. Дай ему каплю, нажми баблка. Поезда. Вышли сучки. Вот не стой, мужик, видимо. Давайте, два ляма. Босс РПК. Нет, блять. Вот видишь, тоже умер. Еще не добили, блядь. Ребятушки, 600 тысяч, я пока что успела. Да убьете сейчас, если не будете лутать. Лужа. Дели похильте. Красавчики. Великая победа, Арн. Просто герои, блядь. Великая победа, война, блядь. Какой позор. От лута откажусь, ебать говно выпало. Я на сову там заслужил, сука, где моя ткань? Это креста, да? Нихуя. Ебать, это на эхо, что ли? Это на эхо, блин, Володя. Да. Говно ебаное выпало. Линканите Володя, да? А чё мне линковать? Это я сет бонус теряю тогда, это 4 сумса, мне это шмотки ебучие. И то он сам можете ролить. Ой, ебать, как я заебался прыгать. Боссом ГЦ, наконец-то ты его сролил. Чё, все шмотки, которые падают на эх, это сет бонуса, потеряется Т4. Это, блядь, это единственная шмотка плечо. Почему? Почему? Можно взять грудь нон-сета. Плечо. Да. Ой, точнее, плечо нон-сетом, а грудь сетом. Почему нет? И ты теряешь статы. Володя, когда стрим? Какие статы теряю? Ты глубоко теряешь статы. Ну, в смысле, там бонус он неплохо дает. Я уже, у меня есть одна чарка, я тестил на инке. Прям неплохо. Ну, так бонусом ты даешь и все, но ты статы теряешь, которые тебе капы добивают грудак. Бедный курьер, говорит, ждал меня. Я смотрел. Ты ему выйди, скажи нахуй, что ты еще опоздал нахуй. Доставка бесплатная. Хорош. Тут вообще охуеет. У меня там какой-нибудь Человек-паук молодой, блядь, из первого фильма. Не гоните на курьеров, блядь, не ими работать еще нахуй сейчас ночью начинать надо. Че, курьером с этого отправился? Написал одну заявку, завтра еще во вторую напишу, не знаю, посмотрю. Так, короче, главное выходить с фиолетовой лужи такой. Это для тех, кто первый раз, и выходите с пончика. Когда скажу зайти в подкаст, нужно будет зайти в пончик. Увидите там такие фиолетовые большие пончики. До этого момента, пока я не озвучу, с них выходите и не заходите. ППС Иван. В милизоне там кто-нибудь скрывает. У кого сейчас тьма стоит? Маг, бафни интеллект.
Ни у кого. Я взял. Если, блядь, ни у кого, если, блядь, ауру я вижу. Только я не вижу. Ну, сейчас кого, кто-то открыл, я взял луксор, я сейчас взял. Окей. На первом дыхании нажмешь МА плюс сокру даже. Окей. Потом колдплей заберешь. Хотя нет, потом Арислин заберешь тьму. Нажмешь МА. Потом Фелиция и колдплей по команде тоже там нафиг пусть. Когда скажешь. Кроме Гера только на 4 человек нет, которые вы стали звук. Все, давай, чё-то поехали. Там минута спадет. Бля, я прыгаю. Бам-бам-бам. Уже милики пошли. Жми Мая и сокру Люксор. Вышли из своей дыхания. Протел. Дальше где? Сколько у вас там Гера еще? Уже все. И? Уже есть. Все. Я. Хорошо, окей. Я скажу тогда. Арислин, забери тьму. Спейси, смотри, на тебя полетела эта хуйня. Перекрывай. Нажми Майрис. Пойти прокиливать там. В мелизоне там. Блять. Блэкича вроде. Лишь... Да, Блэкич. Смотри по одному взрывай. Геру давайте. Колдплей, забери тьму, и когда скажу, дашь МА и этот. И Эсбал этот сокру милики отошли. Пончики смотрите, вынесите. В мили аккуратно. Давай, Майя, изуми сокру. Да. Ты ж, блядь, у тебя что, макроса нету на снятие сокры, блядь? Если нету бабли, тогда, блядь. Ну, блядь. Да, неплохо забросили его. Где кожа моя? Да какое, блядь, восполнение маны? Как может быть на ткани вот этой с меткостью восполнение маны? Вы чё, блядь, прикалываетесь, на? Бля, да ладно. Пояс упал на это, на самом. Ну, вообще жесть, нахуй. С ШПшником, типа, чтобы не садились, нахуй, под новый Т4, ебать. А пояс с подавлением боли вас не смущает, да? Слышите, можно мне носовую эту хуйню? У меня, блядь, 245-й запы, нахуй. Ну, потом по ролю, короче. Вот эти запы с восполнением, нахуй. Это ТГ, нахуй, блядь, одно расстройство, нахуй. Со все 25-ки, которые мы ходим, шмотки падают только на ДЦ. Уже заебался, у меня банк полный. Пизда, просто, ну. Надо попроще, кто-то другой пати собрал. Ну, это хороший пояс. В чём там пояс упал? Пояс с подавлением боли, ДЦ-шный. Но нет, его переработают, и он будет с этим. На Рештама, говорили, что-то упало. Не-не-не. Запы. На Рештама вроде, нет? Что-то там упало. Вот сейчас нет. Да ладно. Блядь, дизельфу вкидывают. Показалось, да. Пока нельзя было. Нет, я не пью эту хуйню. А, ну да, поезд. Я не пью эту хуйню шипучую, блядь. Это говно, а не, блядь, вот тут. Всё. Этот, метки влево-вправо выносите. На первобытном ужасе отворачивайтесь спиной к боссу. От сокрушающего удара милики отходите. И Юля диспел. Вообще, например. Максимально метки в стену впирайте, чтобы половина метки уходила в тексты, блядь, чтобы тут не срали. Давай, отчет поехали.
Кэнс, ты спиной стань. Великий. Метки. Спиной стали еще. Вы умрете. Метки вынесли, стерва. Хули ты стоишь? Стерва, блядь. Сука, уебок, блядь. Отошли. Милики, аккуратно. Справа есть место. Короче, все разбрелись. Помогайте диспали, кто достает. Не достаю. Блэкич, Бентли, Адель. Серого насрал, спиной стали. Вы умрете. Серого, дай Бэру. Метки, позитроны, кто-то там еще. Дай себе круг лофтплей. Мелоки, черебахните магу. Метки вынесли. Спиной встали. Вы умрете. Двиньтесь назад. Чуть. А можно встать? Не, не, встаньте, да, можете уже в центр встать. Метки. Метки вынесли, щука их тут помещу. Спиной встали все. Метки. Нет. Спиной стали. Батч. Музыку. Спиной стали. Нет, не стали. Блять, можно хоть одну шмотку увидеть? Хотя бы одну, но. Опять на ДЦ, да? Я понял. Юля, одевайся, на. Это не норм, это пиздец какой-то. Да уёбки нахуй, я говорил, блядь, что залупу сделали, блядь, рандом ебаный. Нет, это рейд говна ебаного, вот честно, блядь. Ни одной шмотки не видел за то время. 105 СПД, блядь, грудь нахуй, говно, блядь. Да хоть 105 СПД нахуй, ну, хоть 100 плюс 100 СПД, уже какой-то профит, если бы это на ткани было. Ну да. Нихуя вообще не падает. Это залупа надо кому-то? Если надо, ролить просто. Давай после боли с ПДХан. На бис ВН. Я на Окс заберу. Бонус-то охуенный. Зашли на обмен, да. Бенки обмен, да. Стою в центре. Ой, это какой-то бис на тебя. Да, блядь. Буду хилить, да. Это кому, Арислину отдать или ему не нужно? Смотри, может, блядь, на саму бис, блядь. Ебать. Давай, похуй. Арислина, ты чё ролил? Ты пуху ролил, нет? Кушак, нахуй, бис, да, говоришь? А, нихуя. Арислин ролил, Арислин. Не дай мне это трепить, это. Обмен люлем. Так у меня есть еще
Один топор, Ришлин, дашь. А, есть? Я два топора. Что тогда я себе оставлю? Как найду, тебя заберу. Бисовая кожа, блядь, на крит. О, блядь, как бы такие ноги упали, нахуй, 2% крита, но худшоты было бы, ну реально, блядь. Ебать. Все, пиздец, буду 100к ДПС теперь давать. Скоро банк весь в этом говне будет, блядь. 5% о, маны, блядь. Вот это я хотел маны. Охуею, блядь. Как они вообще, эта чарка может быть на этих наручах? Вам надо, пацаны? Типа, я бы... Ой, нахуя. А, пизду забирайте. Базовое значение хила. Хила? Но хила. Ну, я типа хилю на сове иногда, блядь, когда хуёво совсем всё. А сколько хил маны стоит почитать? Да всё, в пизду, мне похуй, и забирайте эту хуйню. Не, на мага это точно такой же приступ, дальше, блин. Но маг-то хилить не может. Блять, параш. Не, ну ШП из-за чумы, типа, по мне связь. Не, ну да. Люля, у тебя весь банк там, поди, в этой хуйне. Да, но мне это все надо, я сейчас и плечи и поезд заберу. Реально надо, у меня этих кусков не было с этими чарками. Завтра Юля приходит, фул ТТГ, блядь, чмот. Пао, сейчас... нихуя, на хулипало выпало, блядь, с перчатки, только сейчас заметил, блядь. Они, кстати, уже не пивали. Критический эффект, да. Вспышки света с вероятностью 20% света. Ну, на вид хуйня, если честно, но... Нихуя себе хуйня! По-моему, звучит прикольно, кстати. Давай обмен. Ну, то есть, ну я в целка лечу там, да. Воет бисовый грудак, тебе надо? Шо там, ну-ка. Нихуя себе. Не, это ж кольчуга. Да похуй, да. Аванда бисовая. Консол ролл. Я бы сказал. Сука. Ты ушел со всеми шмотками. Стояла, ждала. Думаю, тактично подожду, пока он освободится. Надо было раньше давать. Ну, ссылка там. Обмен. Идем в обычку все равно. Вот, напильником спиливай, нахуй, блядь. Не одевай. Нормально все. Угу. Че, я потанчу обычку, да? Нихуя себе, чилю. А че? Поставила сложность? Сложность поменялась? А, гер стоит. Выйдите все с места, где вы там. Бабочку идем? Сейчас я протонусь. Ну да, ну блять, нету ни локов, ни танков, блять, состав говна ебаного. Ну сидеть вайпаться, ну блять, ебалый в рот. Лучше потом другие.